Музей шоу Red Hot Chili People вітає вас недільного вечора. Дякую, що любите нас і хейтите, шерите і коментуєте. Як нашу цю Віка Радченко, так? Да? Дякую їй, вообще вона богиня. Чекаємо її у нас. І підсумовую тиждень, що минув. Усім гарного вечора. Поїхали! Все, поїхали! Пістолетики, приветики! Значить так, смотрите, кстати, як розлікаються мільйонери. Мільярдери. Значить, кстати, я хотів спросити у вас, Вітя, конкретно у вас, що ви виберете? Или... $20 или... $20 говно вообще, дай мне вот это. Дай, берите. Все, брат, спасибо уже, $20. Кстати, буду раздавать всем, кто очень активно ведет себя в студии, а нас сидит не больше, чем 10 человек. 100%. Что ты такая, что за образование? Фиру, может, никто не откроет? Буду раздавать туалетную бумагу. Будешь раскошеливать, да? Так как мы когда-то собирались пойти в мэры, вот мы сейчас начали предвыборную программу, сейчас самое лучшее время для того, чтобы что-то раздавать. Юра раздает туалетную бумагу, как мое доверенное лицо. Да. Ну, думаю, просто надо понимать, что я старше, я иду. А кто, я раздаю... Кто за Витю будет голосовать? Я раздаю гречку. Гречку. Вот такими кулечками, смотри. Ну, много нельзя, это очень дорого сейчас. Я раздаю гречку. Мне за что? Мне не надо. Давай я. Отдашь бабушке своей. Виктор, это прям деликатес. Пить, я... Все, спасибо. И для Шила, смотри, на, держи. Тебе тоже гречка. Шила, где вот это? Сокорок, алло. Так, ребят, во-первых, смотрите, неделя карантина. Да. Я, во-первых, понял о том, что... Он уже рассыпает там гречку. Он уже кормит своих птичек. Курочек. Клеем. Вот, значит, смотрите. Во-первых, я понял, почему дрались за туалетную бумагу. За неделю карантина я поправился на 2 килограмма. И я понял, что я очень часто использую туалетную бумагу. Так наоборот, не выходит, получается? Нет, все выходит, просто много ем. А. Ты как птичка. Я как птичка. Да, я как птичка. Все понятно, почему дерутся. Зато, очень нужна. Попочка чистая. Ты знаешь, как жартуют медики в цьому, що, в мережах, что насправді симптоматика коронавирусу не передбачає того, что люди обсирають. Серьезно? Они просто боятся? По носу немає, але все одно вигрібають. Я вам скажу, що в Австралії, здається, жінка накупила туалетного паперу на понад $2000. Я читал ту новость, там на 3247 долларов. Она купила вместо 48, я тебе четко, у меня с цифрами все хорошо. Это я гуманитарий. Вместо 48, которых в одной было коробке, она заказала 48 по 48. І на 3200 доларів купила туалетної бумаги. От це круть! Ну, вона сказала, що вона там частину розпродала, а частину забезпечила своїх рідних это не круть, вот такою это штукою. І ще сказали, що якраз це сталося ще за трошечки раніше, ніж коли почався ажіотаж в світі. Це зараз найдорожча валюта. От. Ну, тітка могла ще й піднятися. Так, слышали, в центрі закрилось 2 кофе, відкрилось 2 рулона. Один рулон. Фима, иди срать, да? Один. Что ты? Я бумагу кидаю. Не, ну хорошая шутка, держи. Спасибо. У меня уже, кстати... Эй! Я украл! Слушайте, сейчас... Я прошу прощения, как он сказал? Дима, иди срать, называется? Да, да. Заведение, да? По-моему, так? Дима. Дима, вытри нос. Мойся. Вытри нос от крови. Да, от крови, да. Будет так, новое заведение называть. Не угрожай Южному центру куря кальян в музее. Сейчас же новая тема есть, да? Да? Да. Есть новая тема. Дай один рулон бумаги, покажу тебе. Ну давай. Смотри, короче, в общем, футболисты, вы же знаете, да, закрыли все лиги там в Европе, ну, конечно, у да, нас. Да. И, кстати, чемпионат евро. Европы перевели, через год будет. Сыки. Вот, футболисты думают, что делать? По факту, ажиотаж что? Туалетной бумаги, правильно, они запустили челлендж по набиванию туалетной бумаги. Кто больше набьет? Ну, не себе в трусы, а ногою. Угу. Там не можешь. За такое надо забирать. Короче, я запускаю этот челлендж в Кропивницком, попробую. Я, конечно, не футболист. Футболист у нас Крень. У нас, да. Стань там, я тебе сейчас пасану. А, давай сюда. Ты не болеешь коронавирусом? Ты хочешь попасоваться? Защитник Ювентуса.
О, хорош, молодец. Я два. Ты мог бы немножко аккуратнее с бумагой вообще? Конечно, смотри. Юрка, ты да! На, еще раз. Мы все же футбол. Сейчас самый главный товар, которым люди торгуют, это не туалетная бумага, это медицинские маски. Это вообще трешачина просто. Да, да, кстати. Тут есть самое интересное, что в городе купить невозможно. У нас есть фабрика Украина, которая работала. Кстати, по-моему, она не работает уже. Они начали выпускать и продавали по 6 гривен. Конечно, смотрится не ущербно, но хоть какие-то были. А я бачила вчера такі крутячі маски, чорні і така. Понятно, они ну, ни от чего эти маски, но окей. Для красоты, для, ну, для тренди, красоты, это да, тренд, это тренд такие, да. Сейчас максимальные деньги можно зарабатывать на масках. Да, и на контрабанде, собственно говоря. Об этом и новости. В Украине из-за карантина запретили вывоз медицинских масок. Уже говорят, что контрабанда масок стала популярнее сигарет, прикиньте. Прикинь. Это жесть. За прошлую неделю было задержано рекордное количество контрабанды медицинских масок. Таможенная служба остановила попытки контрабанды 135 тысяч масок, товарищи. Не, ну это как бы немного. Немного. И китайцы отправили для Италии 2 миллиона, по-моему, масок на прошлой неделе. Ну то есть это 130 тысяч. Как они упаковывают? Они в машины забивают. А как... Ну, вообще. Забиваєш себе проводить. Там, знаєте, як колись возили сигарети, ну, так вот, і так само їх ховають під обшивку, під всі діла. Але якщо сигарети можна знайти по запаху, там собака може знайти. Там є зараз... маски. А як їх сканери, цікаво, беруть чи не беруть? Так, звісно, нічого не беруть. Не беруть. Як їх возьмуть? Ну, это... Они же маски. А ще, говорят, перевозять маски на себе. Вот. Надевает их много. Что вы решили? Что вы решили, что их много? Девочки запишут. Девочки, да, говорят, увеличивают грудь с помощью масок. Это дешевле сейчас сделать грудь, чем купить маски. Да 100%. Так и цены сколько выросли? Зараз одна маска, звичайно. 120, да? Нет, 24-30 гривень. Это обычная маска. Короче, меняю рулон туалетной бумаги на 20 масок. Кто-то думает, что мы еще работаем? Нет, мы не работаем, мы двери не открываем. Хотя, может, надо пойти проверить. Хотя, может, время. Может быть, это... Может, это... Ребят, я пойду проверить. СБУ, ты меня называла, СБУ. А мы с тобой я, короче, пар... сразу лучше лягу. В продолжение темы, ребятки, на днях в Киеве грабители с оружием отработали. Отработали, да, это называется, в вашем воровском мире? У предпринимателей 100 тысяч масок. Отобрали мы уже. Ну, отобрали то же самое. Это же слова-синонимы, вы же не знаете ли что. Это все вот. Еврейская мафия, наверное. Да. Сколько забрали масок? 100 тысяч. 100 тысяч масок? 100 тысяч масок забрали. Так называемая банда хирургов. Это на 600 тысяч по кировоградским, господи, кировоградским, да? Как это сейчас правильно называется? Ну, это 20 рулонов бумаги, получается. Это пару бензин. Хорошо, это значит по швейной фабрике Украина 600 тысяч, а по новым 3 миллиона расценкам. Ну, прикинь, да? Ох, ты быстро считаешь. Что твой бизнес падает просто? Считаешь же вроде нормально. Слушайте, ну это вообще... Да, открой новый, братан. Я боюсь, что если так пойдет, то, в принципе, вообще в масках будет ходить опасно. Будет просто срывать с лица. Как шапки воровал. Есть маска, бы нет, я... а если найду? Сейчас бы понял? Я вот Янукович бы на масках бы поднялся. Нет, так прикинь, сейчас срывал. Знаешь, вместо шапок, у да. женщин шуба, типа, ух, какая шуба, ну какая маска у тебя. Маска? Богатый, богатеныш. Идет в маске, это, наверное, мажор какой-то в маске. Конечно. Каждый раз, каждый раз в новой маске ходит. Вообще, да? А он с Америки порванный. Насосала на маску? А хоть снимала или нет? Потому что другие виды секса опасны, нет туалетной бумаги. Если у тебя коктейльная маска, красивая, молодец. Скоро маски будут растамаживать. Новый челлендж пошел. Ну, их сейчас много появляется. Да, сейчас такая тема. Сейчас получается, это очень прикольный челлендж. Значит, в сети всех рвет одно. Все облизывают какие-то ужасные предметы. Ну, там, унитазы облизывают.
Ну, да. Но предварительно, конечно же, обрабатывают. Предварительно обрабатывают. Действительно. Вот. Крендер, например, облизывает всех своих клиентов. Возьмите, пожалуйста. А ну сейчас, ребят, возьмите, пожалуйста. А ну закрой глаза. А ну, бляха-муха. Чего ты? Ну а что ты думаешь, унитаз лучше облизать? Смешно, наконец-то. Ну, короче, а ну, чего ж... Что крендель, что унитаз... Ну, я же тебе сказал, этот, самые пользуется туалетным утенком. Что-то. Туалетным рыжим утенком. Нет, тут креагриаму, давайте. У него на ванной стоит туалет. Я поясню, чего это почему... И ёршик. Он зубы чистит ёршиком. Да все, ну прекращайте. Доместос. Стайл. Я поясню, чого започаткували такий челендж. Тому що всі, що це паніка, а коронавірус, коронавірус. Аби трошечки збити цей градус. Мені дуже смішно. Ну і все, він відбілює зуби доместосом. Діма, а ти з яким смаком любиш? Смаком курки. Он же ж єврей. Йому свинину нельзя. Давай, що ти хотіла сказати? Я ще раз повторю, що започаткували цей челендж тільки з тієї причини, що люди дуже нагнітають у світі паніку, і щоб показати, що ми типа не цикуни, і того і лижуть, все, що можна. Я думаю, що з Італії взагалі немає ніяких таких, тих облизувань унітазів. Там всі все розуміють вже. Ну так. Ну, це може там хтось грається америкосом. Кстати, я от тепер зрозумів, зачем Дани Лишин такі каблуки. Шпільки. Это хорошо. Муж сидит такой в туалете, Лена, бумага закончилась. Что еще новенького, ребят? Взагалі, бачили курс валют? Да, курс валют это чистый трэш, я вообще не понимаю. Я же боюсь называть цифры такие. И, наверное, ничего не поменяется. Хотя я он 8 тысяч долларов поменял. Туалетную бумагу. Два рулона. Слухайте, ну це реально капець просто. Два рулона по ціні одного. Так, прекращай. Так, а нас, я знаю, що Діма приніс ще один реквізит для ще одного челенджу. Так, зараз дуже крутой. Ну хватит уже, давай вже, виключи своє там его. Презерватив. Наверное, всі бачили чітко, як... Витя і презерватив не бачили друг друга уже 20 Видели, як штат какой-то... Посмотри, посмотри, чем молодежь сейчас. Гусарский! Во-первых, я не знаю, для чего он. Я посмотрел в интернете. А девочки напряглись. Что делают? Потому что словосочетание «у Вити в руках презерватив» девочки напрягаются сразу. Они такие, а с чем же этот челлендж связан, интересно? Интересно, с чем этот челлендж связан? Ладно, все наверняка видели, как чувак делал маску с помощью презерватива. Я не знаю. Ты сможешь делать это? Нет. Стекло. Тестуємо маски, доступні тут провізоричні. Хто дорослий? Хто дорослий? І можете з цього далі. Можна в ній розмовляти. Віть, я доставлю це удовольствие тебе, конечно. А ти зможеш делать это? Я нет, у меня волосы. Жирные, сижи жирные. Кто в этой вообще ничего не боится? Понятное дело, что я. Значит, ну хоть куда-то его уже надень. Я похож на Елену Малышеву. Я, если честно, никогда не надевал презерватив. Виктор Малышев, и у нас в студии мы сейчас будем разговаривать. Да что вы такой, я не смогу это делать. Я не смогу, сейчас ворвется, как выглядит. Ой. Тихо. Давай. Порвался, Витя, говно у тебя презерватив. Ты понял? Я ты понял, как сделать, Машка только что спалилась? Вы слышали, как Маша только что спалилась? Она говорит, Витя, это уже поздно. Она по слуху только щелк. Что, Вить, поздно? Порвался. Чувак, ну ты, конечно, ты с Димиными размерами взял Димин презерватив. Согласен. И хочешь себе на голову одеть. На самом деле... Во-первых, подожди. По-моему... Коля, ты... Давай. Это какой презерватив? Это еврейский, поэтому обрезание мы сделали. Обрезание, презерватив, держи. А это куда вы это отправляете?
Это к пиву. Понял? Закусочка к пиву. Улица кальмара. В общем, чувак 20 лет был в коме. Память у него отшибла. Он вообще не помнил, документов нет, а не помнит, кто он и что он. И посмотрел новости про коронавирус, и... Мене звуть Вася. Я живу в Кропивницькому, треба їхати. Вспомнив все, все вспомнил. І мене називало. Так що коронавірус – це, мабуть, неплохо. Ну, а тепер це треба все назад поставити, бо в кадрі буде розсипати. Так і що тут таке? Коля смонтує так, що це взрив був тут. Коротше, слухайте, вже тоді не про коронавірус. У нас є цікава новинка, в якій відмітився поліцейський із Малої Виски. Давно в нас не було нічого чути про райони. Його... Названня серіалу, поняв? Поліцейський із Малої Виски. Да, прям... Просто. Його прийняли ДБРівці на хабарі. Гроші він брав за непритягнення до адмінвідповідальності, там якісь перевезення вантажів. Але ж саме цікаве, що за ним влаштували погоню, він там дав на ноги. От, а коли його затримали, взятку, він спробував викинути в болото. Угу. Бо він не знав, що її можна з'їсти. А він їв вместе з болотом, вместе з'їв? Ні, ну потім. Вообще, на самом деле, если все, кто нас смотрит, знали моего там, Димку, помощника моего, да, который делает, сейчас мы это оп-оп, чик-фук, и готово. Все, ну так он общается. Вот с Данилышей они бы прекрасно. Она... Да, вообще, да. Они так, он такой побежал. Она такая, да, оп-оп, а Дима говорит, там мы его там чик-чик-чик, и все. А представь, сейчас человек включил именно на этом моменте, и думает, сидят два чувака. Он думает, что там с телевизором? Что там не так вообще? Как что они, как вообще? Они так могут общаться? Вообще, ну понятно. Ну пути не блажи. А они что? А и ничего. Вот ты говоришь, что это Аршавин. Аршавин, что твой Аршавин? Какие новые возможности открывает перед нами вот сейчас этот карантин и коронавирус? Что поменяется? Закрыли сообщения между городами, оставили только частные перевозки. Бла-бла-кар. Да. Это не реклама? Бла-бла-кар, получается. Я проверил, цены не поднялись. Пока что. То, может, поки? Поднялись, ведь. Уже? Ну, а сколько? С Ивано-Франковска до Киева что-то там 1000 гривен или 1500. А как они? Ну, я смотрел, ну, может быть... это очень много. Я посмотрел Кропивницкий, Киев, типа, так как было, все так и осталось. Без коронавируса Кропивницкий, Киев. Ничего, может быть, сейчас нагнетает ситуация. Причем водитель, извините, вахтанг. Ну, стопудово там. Вахтанг? Вахтанг. Ну, он молодец. Да. Знаете, как они пишут? Кропивницкий, Киев. Без коронавируса 350, с коронавирусом 600. Туда. А может быть, дороже получается? Что еще? Давайте еще. За этот... Бабака, что еще? Таксисты, что еще? Таксисты поднимут цены. Таксисты сейчас капец. Я сейчас представляю, них что... просто в них... Нет, кстати, это очень дорого. Метро Кировоградская закрылась, реально неудобно. Я сюда ехал, блин, на маршрутке вообще просто, блин. Слушайте, самое интересное. Можно ли, например, продавать пшикалку на руки? Вот на улице стоишь и брызну на руки два раза, 2 гривны. А ты знаешь, сколько коштует зараз Ахадеха? Ахадеха стоит... Раньше стоило 240 гривен, сейчас 600. 1200. Если стать на улице и вот так вот брызгать, сказать, брызну на руки, 5 гривен. Брызну на руки. Плюну. Видно, что Витя порнохаб уже открыл, да? Ну, у меня VPN итальянский. Ну а что, нет? Пятерочку, чик-чик, оп, и все, две пошел. Две руки, а так на одну, да? Да, шикарно. Да. Так можно вообще, знаешь, что еще? У тебя что еще, каким стояла летом охлаждающая тема, запускай какие-то химикаты. Нет, это очень дорого. Это очень... А вот это вот классная тема. Там. Да. Что еще? Быстренько, давайте, накидывайте. Что у вас у евреев может быть такого? Что может быть? Шаббат не отменялся. Не отменялся? Нет, тихо. Шаббат как был, так и остался. Так у вас и так шаббат. Так он теперь круглосуточный получается, понял? Он теперь все время херячит. То есть сейчас раньше нельзя было ничего делать только в субботу, сейчас вообще ничего нельзя делать. Так евреи же не болеют коронавирусом. Чего? Ну они же не едят свинину и этот, и летучих мышей. Летучих мышей не едят. Ну все. О, значит все. На, обидел народ твой, держи. Даже не глядя уже на туалетную бумагу. Ну, наприклад, я не знаю, що в нас з 274-м. Тому що, по 10 чоловік можна возити? Да, по 10, ні, там в великому автобусі по 2 чоловік можна возити.
маршрутки 10, трамвая 20. Там 10 в одной стороне и 10 во второй. 20. Посередине 10. Никого нет, нормально. 20, я тебе сказал. 10, потому что... Драка старых людей, давай, давай, драка старых людей. Чем будешь крыть? 10. Можно ездить... 10, 20. Окей, пешки я не пройдуся. Вот. А не мешал. Ну, на таких каблуках, конечно, да. Ну, я для здоровья. Короче говоря, ребят, сейчас новые возможности, надо думать и зарабатывать деньги. Да, а тих, образом. Хто сидить, наприклад, вдома на карантині, можна, наприклад, вчитися, багато читати, помити вікна до Пасхи. Прекрасно. В конце концов, от я хоч вспомнив, для чого... Знаете, ребята, Витя і Лена, вам советую завести дітей маленьких, і тоді у вас не буде вопросів. Що делать на карантині, ебать? Ну що ж то делать? О, да, слушай, заведите дітей. Это вешалка, да, наверное? Да. Ти вже молишся? Я вот, я прийшов на съемки, ми знімаємо полчаса, а я уже тут 4 сижу. Я ж не просто так тут сижу. Можно я скажу за хлебом, да? Можно я скажу, куда ушел? И ушел, через 3 дня прихожу, а, в Знаменку ходил, хлеб там на гривну дешевле. Еще и гречку купил. В смысле купил? Я раздал. Ну да. Говорит, хорошо, что туалетку с собой взял бы по дороге, чтобы не скучно было. Пока листьев на улице нет, туалетная бумага очень нужна. Блаблакар, Кировоград, Знаменка, 500 гривен. Без коронавируса. То есть ты хочешь сказать, что можно так пробухивать деньги, да? Да. Хорошо, теперь мы узнаем, кто нам эти... Теперь мы можем узнать, кто нам эти еду под алкоголь может привезти. А чтобы не вмерти с голоду... Нас може легенько собі так забезпечити кейтерингова компанія наша місцева. І Іра Маркова, вона взагалі богиня, створила цю компанію і зараз годує чи не годує місто. З'ясуємо у неї під час карантину, да? Коротше, запрошую Іру до нас, засновниця кейтерингової компанії. Вам сразу подарок. Подарок. Тоже на квартиру меняете? Не, подожди. Это просто я иду в мэры, а это мое доверенное лицо. Окей. Я проголосую. Не самое лучшее, конечно. Я проголосую. Ну, какие есть, такие есть. Главное, по сортиру. По сортировке, я правильно говорю. Ир, зараз у нас, як не крути, тема коронавірусу топ. І ми сьогодні про це говоримо. Ти займаєшся в тому числі і доставкою їжі, правильно я розумію? Правильно, в основному. За кілька, за оцей тиждень карантину, ти вже все місто нагодувала чи ні? Ні, та, якби. На жаль, зараз все місто сидить вдома з гречкою. Вони не хочуть, щоб їх готували. Це я роздаю гречку. Це я роздаю гречку, поэтому, да. Да, депутати постарались. Довірене лісо роздаю. Ні, насправді, зараз спад у всіх. Так, це наша основна діяльність, що ми... Ір, прості. Це так називається? Це спад? Ну, я ж думаю, у вас цензура, то я не кажу... Немає цензури. Це... Зможна, раз, да. Да, наступив? Да, да. Да. Наступив? Да, так, пожалуйста. От він наступив в нас теж. Бо в нас в основному корпоративні клієнти, а всі конференції, всі семінари, вони ж відмінились, бо нічого не можна. Додому... А нічого розбивати там 6 по 8, наприклад? Ну, так, якби моя воля, я по одному б возила. Ну, чогось так не підходить людям. Людям додому ми возимо, але все одно всі ж люди зараз багато хто без роботи, хто в економ-режимі, їм зараз не до того, щоб кожного дня замовляти собі якісь там страви. Ми зробили там акційний день, 2 дня в тиждень. От на ці 2 дня ми там набираємо якісь позиції, коли люди раз в тиждень можуть собі дозволити заказати страву з доставки. А кожен день однозначно всі люди готують, в них і для цього час. Та ну, навіть душа каже. 2 кілограма плюс. Я знаю, ребят. Що він наїв уже. 2 кілограма плюс. Ну, от, сидиш, ліпиш пельмені. У мене кума ліпить пельмені, я їй завідую. Він не ліпить, він лупить. Смотрите, ребят, я ж теж, как бы, из этой сферы, я понимаю, что, я вот думал сначала, бабушки, не возродятся ли бабушки, которые будут ходить по офисам и предлагать свои каши из кастрюлек. Ну... И как бы поговорив с людьми, понял, что нет, никто не готов рисковать и от каких-то бабушек брать сейчас. Бабушки же, они навпаки в зоне тих, кто сидит дома и не выйдет. Никакие гроши, бизнес. Сидит дома и не выйдет. Как будто в тюрьме сидят. Ты понял? Да.
Що означає, по-перше, кейтерингова компанія? Я навчилася це вимовляти, але не з першого разу. Кажи, кейтерингова компанія. Кейтерингова. Кейтеринг – це доставка їжі, яка організувалася в період, там, в Америці щось сильно строїли вони, дуже багато. Їм треба були служби, які доставляли на стройки, на якісь там будівництва великі, їжу для великої кількості їжі. Ти ставила пенсіонерок, от яких, про яких я говорив, я, без роботи. Це мої прямі конкуренти. От прямо. От. Да. Ну, що теж конкуренти? Коронавірус пішов. Так, не надо, не надо. Авокадо запустила, щоб убрати конкурентів, розумієш? Не надо, бо я вже вчора чула таку версію, що ми тут такі працюємо, могли б посидіти вдома. Ах, ви такі сякі. Але не посидючі. Ах, ви, ні, ну, насправді, цікавіше, що досить. Скажи, Кріні, вже все вмрет. Віктор Алексеевич, спасибо. Просто бабушки задали вас кічат. Хана авокадо, понимаешь? Да, это все для, ну, це для того, чтобы получила, но похлопать, а зачем ты мне? Хорошо, оставалось. Щечек, Коль, запусти щечек, что ты в конце передачи. Одна такая, и обратно ноль. Показать, как надо, показать, как надо. Ну, давай уже. Да ладно. Да все за собой. Да ладно. Скільки часу ти вже працюєш на ринку кейтерингу? Ну, вже майже 5 років. Ну, там активно 3-4 роки, бо перш спочатку ж воно так. Було, да? Да, було неймовірне відкриття. Там був такий ведучий, класний, да? Да. Да, я би теж. Може, ви я би теж його не запам'ятав. Да, може ви його чули, я не знаю. Діма Крінь. Ми його слухали, знайомі. Слышиш? Да, да, бачите як, земля кругла. Він за їду працював, чи ти йому щось платила? Ми так багато не змогли приготувати їжі. Читаю сторінні бумаги, а знали, понял, знали. Ми знали, що ти гамнойся. Тому я йому тиждень прибирала вдома ще після цього. 5 років роботи, 3 роки активної роботи. І як ти оцінюєш наш місцевий ринок і спроможність нашого ринку місцевого? Ругатися можна? Ну, скажімо так... Коли я була там рік назад десь на бізнес-тренінгах в Києві, то всі думали, що, боже, це така золота сфера, це ви в Києві, ну, всі київські колеги, ви, боже, та ви ж там, мабуть, вже десь там частний вертоліт у вас. Не в Кропивницькому, звісно. Ну, ти єдина? Чи є ще в тебе конкуренти? Ні, ну, крім бабасики. Слушай, ну, конкуренти... конкуренти є точно. Каждое заведение может быть там теоретически конкурентом у Иры. Да. Кстати, если что, номер Фимы, звоните, заказывайте борщи, каши, домой. Ну, тут справа в том, розумієш, що є такі замовлення, ну, все одно скажу, культурно складні. Коли, ну, якби в мене був свій ресторан і нормально б сиділи люди за столиками, я б за таке не бралась, бо, ну, це важко. Це однозначно набагато важче, чим в тебе на твоїй локації все це робить. Того наша специфіка в тому, що ми там куди хоч, будь-яке меню, будь-яку кількість зробимо, підстроїмо під клієнта. І, ну, в цьому фішка, бо насправді для ресторана вивезти все для кави брейк за 2000 гривень, ну, це просто невигідно. В нього кава-машина одна, вона стоїть, в неї тут якийсь оборот свій. Навіщо її кудись перевозить? А так як в нас нема свого ресторану, то окей, треба на 2000, зробимо на 2000. Ну, треба на більше, зробимо на більше. Куди ти возила саме смішне місце, коли ти возила їду? Саме смішне? Под кінець програми валить парень. Ні, ну прям таких смішних не було, але одне із перших замовлень це було зустріч випускників в якомусь селі, в якому нема ні кафе, нічого. В них є один дом культури. Ні школи, ні кафе, заброшений. Коли ми зайшли, там ми отак столик став, ми отак рукою плітку побиту з нього згорнули. Кажуть, оце ваша кухня. Ну, 101, так, да? Висять провода такі, ну, запущені. При нас їх отак мужчина якийсь там скрутив. Вуаля, працюйте. Да? Це ну, от просто вікна вибиті, а вони собі розчистили кімнату, поставили стіл. В них просто треба було зустріч випускників школи. Ну, там, я не знаю, чоловік 30. І їм не було де. Ти так говориш, нічого не слухаєш. Говорить, ф'южн. Я не хочу рекламувати. Це у тебе насморком. Це не насморк називається.
Да, того були такі, смішних не були, були стрьомні локації. Смішних не були, були стрьомні. Полями, я думаю, тут вже нікого не здивуєш. Всі вже працювали на фестивалях вуличної їжі в полях, то це вже норма. В полях взагалі норма. Я вже таким не задаюсь, бо вже всі ресторатори в полях перебували. Так, всі поработали в полях. Іди, в полі роботу! Ні, ну фестиваль, ну це кожен фестиваль. Ти береш в лісі, організовуєш собі там електрику, все оце. Руки де помить, проводи, провода скручуєш, протягнув. Ну це все. Я бачила тебе в роботі. Ну, ти просто от, ну, шалена білка така. Ти просто сумасшедша. Дурна до роботи. Це примерно, так було. Свята, давай заказ прийняй. От примерно так це було, ну реально. Господи, хватить шутити, ти мене рвеш. Ти мене рвеш. Діман, ти просто мене вбиваєш. Як тобі вдається оце все тримати на собі? В тебе великий колектив, тобі допомагає чоловік. Як ти це все тягнеш на собі? Важко. Зараз я вже розумію, що я так більше не можу. Бо може, колись це десь... Все добре, да. Не переживайте, вас підтримуємо. Ні, насправді, коли ти цим живеш, воно ну, не так все важко. Я просто люблю на кожному етапі контролювати, перепровіряти. І я хочу всюди встигнути, того так бистренько рухаюсь. Мене дуже роздражають люди, які там оце... Отак. Точка. Мене дуже роздражають люди, точка. Это девиз кейтеринговой компании «Авокадо». Мене дуже роздратують люди. Нет. Які медитують під час роботи. Я завжди оце, хвати медитувати. Давайте, быстріше. Витя просто убирає конкурентів своїх прямо в житті. Слушай, на самом деле, я знаю, потому что Ира всегда на позитиве. Мы работали в фестивале уличной еды, мы были организаторами, одними из, да, вот не вдвоем, а от нас было там 5 человек. Ни разу Ира не пришла на встречу. Не пришла. На встречу с каким-то плохим настроением. Она всегда на позитиве. Всегда. Ми говоримо про позитив, да? Да, позитив, да. Позитив. Я тобі вже скинула тільки що на месенджер силочку. Там відкриваєш коронавірус. На Аську. Вона є і в тебе, крім дітей, кстати, тобі теж треба це буде робити. Я в групу кинула. Я хоч не одна. Заболіти коронавірусом і вилічитись. Коль, дай, пожалуйста, нам шари. Оскільки у нас є така, ну зараз проблема коронавірусу, ну нікуди від неї не дінешся, але ми стараємося завжди про це все говорити зі сміхом, так людям живеться легше. Коротше, зараз будемо з тобою читати заработав. Вірш про коронавірус. Заработав. Молодець. От таким чином. Катюх, тебе теж дати? А там, де слова троєточим, їх вимовлять повністю? Ні, повністю все говорити. Повністю можеш вимовляти, так. Много, давай. Гуде Китай, тріщить Європа, коронавірус, с**а жопа. І вся планета кіпішує, народ ся дуже мерегує. Нічого не буде. Давай. Больше. Та має і всім забити, хто билятством не заразити. І знову ті нам кажуть казку, на писок натягній пов'язку. А повязку? Дальше я тоже? Да. Такое ощущение, что ему не обрезание сделали, а отрезали что-то другое. И кобы не молити свою жору, поміряйте температуру. Одни кричать американці, що засмутили вже засранці. А другий каже, то Китай. Серйозно, дядя? Тихо, Коля! Больше вдыхай! Серьезно, страдаться? Включай! Да давай! А я кажу, я когось вивсю! Придумали аферу! Куда Китай? Тихо! Ну держите себя в руках! Ух, сейчас будет жопа! Куда Китай трещит, Европа, коронавирус! Жопа, і вся планета кипішує, народ це дуже мерегує. Ні, що? Тихо. Ти ж не то почитав. Куди Китай трещить Європа? То ж саме, да, ви перестаньте нас грузити і дайте нам спокійно жити, дружити, вірити, любити. Діти, чиніть. І ростите. Слава Україні! Все. Я вам всім дякую за те, що ви з нами. Шерте, лайкайте, коментуйте.
Ну і сидіть вдома, не ходіть по вулиці. Стоп, я ж хочу этот, я хочу запустить челлендж наш. Какой? Ще один. Розігріваємо рулон туалетної бумаги за лучший лайк, правильно? Ой, лучший лайк, що я сказав? Ой, какой у тебя красивый лайк. За лучший комментарий, человек, который напишет лучший комментарий, лучшую шутку про Дмитрия Кренделя, получает рулон туалетной бумаги. Самую обидную еще один. То есть разыгрываем два.